Готовы? Покажите нам свою пяточку. Пяточку показать надо. Молодцы, супер, поехали. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Начинаем учить новый танец. Для этого нам нужна ложка. Мы ее берем в ручку. Свободную ручку прячем за спинку. Супер, спину ровно. Покажи, Гордей, ложку свою. Вот, начинаем варить кашу. Наклоняем спинку и варим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поварили и ручку подняли вверх. И ножки широко. И раскачиваемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще разок. Ножки вместе. Спинку ровно опустили. И варим кашку. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Еще чуть-чуть наверх. И раскачиваем ложку. Раз, два, три, четыре, пять. Выше ложечка, Гордей. Молодцы, супер. Ну что, учим с вами дальше. Мы должны с вами проснуться, потянуться, ручки вытянуть. И красиво на пальчиках повернуться. Вот так, молодец. А теперь мы с вами бинокль достаем. Ножка к коленочку и смотрим вдаль, как капитан дальнего плавания. И ложкой вверх. Молодцы. И еще один кусочек нам остался. Ложечку перед собой мы ее держим с двух концов. Да? Ложечку взяли. Крепко держим, чтобы она от нас не убежала никуда. И к пяточке ее. К пяточке через пружинку. К другой пяточке. И вместе с ней играем. 5, 6, 7, 8. Умница. Теперь еще раз ярко. Пяточка. Еще раз через низ. Пяточка. И последний разик. 5, 6. 7, 8. Молодцы, супер. Ждем меня. Супер, улыбайся. Шагаем. Ножки высоко. Веселые, популярные дуют. Молодцы. Еще одна с ними местечки. Спрятались. Мы еще пока спим. А теперь просыпаемся. Подтягиваемся. Начинаем с вами учить супер упражнение с мячом. Держим мяч крепко перед собой и никуда его с вами, да, никуда не деваем, потому что он может у нас выпасть, мы его должны крепко закрепить, хорошо? А теперь подбрасываем тихонечко мячик, только очень тихонечко. Мы просто должны с вами почувствовать мячик, сколько у нас он весит, да, какой у нас круглый и мягкий. Еще разок. Один, два, глазками смотрим за мячиком, три, четыре, супер, все.
Все, упражнение мы закончили. Дальше с вами делаем. Мячик держим крепко. Договорились? Будем мячик прятать за спинкой. Спрятали. И показали. Снова спрятали. Показали. Да, еще момент. Мы с вами ручки меняем. Всегда меняем в одну ручку. Впереди в другую ручку. Да? В одну ручку поменяли, в другую ручку. Еще. Назад и вперед. А теперь усложняем, ускоряемся, как супергерой умеют. Быстро, быстро мячик менять еще. Да, держим Бали, давай, давай. Молодец, молодец. Гордей, еще быстрее, быстрее. Последний разок. Ух, устали. Ручки сразу заболели немножко, да, молодцы. Запускаем с вами ракету. Держим высоко над головой мячик. А теперь крылышки расправили. И держим в другой ручке мячик. Ага, гордеюшку, в другую ручку. Убери мячик свой. Вот. А теперь будем менять снова. Над головой поменяли. Крылышки. Над головой поменяли. Еще. Над головой поменяем. И быстрее. Раз, два. Умница, Валя. Супер, супер. Еще. Четыре разика. Три разика. Два. Последний. Стоп, ракета. А теперь ручками поболтали. Встали ручки. Поболтали, поболтали, поболтали. Молодцы. Продолжаем заниматься с нашим супер мячом. Поставим его перед собой. Заколдуем его своей супер силой, чтобы он никуда от нас не делся. Ручки на пояс. Носик поднимаем. Гордей, ручки на поясе. Ребята, носик подняли на носочки. И пошли вокруг нашего мячика. Гордей, пошли с нами. Молодец. Носик держим высоко, спина ровная. Сделали кружок. Спрятались за мячиком. Идем. А теперь за другим плечиком развернулись, пошли в другую сторону. На пальчиках идем. Да, запутался Гордей. Да, это не так-то просто, как кажется, правда? Супергероем быть непросто. Спрятались за мячиком. Супер, молодцы. А теперь запускаем нашу суперракету в небо. Запускаем, держим. Молодцы. А теперь в складочку. Складочка, ножки прямые. Супер ракета полетела. Держим мяч над головой. Складочка. И супер ракета. Еще разок. Четыре разика. Наверх ракета. Еще три разика. Наверх ракета. Еще два разика ракета полетит. Наверх. И последний разик. Вниз. И полетела. И повернулась ракета. Молодцы. А теперь у нас с вами будут супер наклоны. Подняли вверх свои мячи. Ножки широко. И наклоняемся. Вправо, Валя, со мной. Влево. Выше мячик. Вправо. И влево. Спинку не ломаем. Еще. Вправо. Влево. И еще последний. Разик. И еще. Супер. И осталось нам сложиться в супергеройский стол. Поехали, вперед наклоняемся на прямых ножках перед собой, держим мячик. И обратно в ракету. Супергеройский стол. Обратно ракета. Еще разок. Столик. Молодцы какие ребята, ракета. Еще два раза. Два. Полетели. И последний разик. Столик. Держим, держим, подержали столик. Молодцы, опустили мячик. А теперь бьем коврик. Мы продолжаем наше занятие с мячиками. Взяли мячик в ручки, положили на ножки. Мы будем с вами его катать. Катить мячик постепенно, тихонько, на носочках. Посадили на носочки мячик. Подержали. А теперь обратно катим, 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 катим. К себе прижали крепко. А теперь снова от себя к носочкам катим, катим. На носочки посадили. Подержали. Еще разок. Обратно к себе катим, катим, катим. Обняли мячик. Еще раз. Покатили от себя далеко. Дальше, дальше всех, у кого получилось. Супер, ребята, молодцы. Подержали. И обратно прикатили. И обняли мячик. Следующее супер движение, упражнение. Ножки открываем, воротики делаем. Шире. Ой, Гордей, ты можешь сильнее. И ты можешь сильнее открыть свои ворота. Смотрите, как у нас носочки натянуты, мячик перед собой. Мы так уже умеем сидеть, да? А теперь мячик поставили перед собой. И вдоль ножки свои покатим. Катим, катим до одного носочка. Покатили. Ой, ручки вытянули еще. Отлично. Обратно к себе прикатили.
Ворота обратно закатили, а теперь к другой ножке катим, 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 растягиваем ручки. Ой, молодцы! И обратно в ворота закатываем. Еще раз надо постараться. Медленно, не торопитесь, постепенно. Вот, супер! Обратно в ворота. И самый последний раз, но самый старательный. Валя, умница, и вы молодцы, потянулись. И вернули в ворота мячик. Друзья, вы видите, что у нас перед нами целое футбольное поле, да? Берем мячик и покатили по футбольному полю мячик. Катим, катим, далеко футбольное поле у вас большое, еще. Молодцы, а теперь обратно его к себе в ворота. Обратно, Гордей, обратно возвращай. А теперь снова покатили. Катим, катим, вперед, перед собой, еще ниже, ниже, ниже. До конца можно потянуть ножки свои. Молодцы, а теперь обратно. Медленно, не торопитесь, не торопитесь. Последний раз с вами покатим. Катим, 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 катим. Дальше, чем дальше, тем лучше. Тем пятерка с плюсом. Да, подержали. И обратно. Ворота. И осталось у нас последнее упражнение с мячом. Называется супер раскладушка. Прячемся, ножки сгибаем и раскладываем свою раскладушку. Разложили ножки перед собой. И сложились. Умницы. Разложились. Сложились. Разложились. Спинка ровная. Сложились. Еще 4 разика. Молодец, Валя. 3 разика. Спрятались. 2 разика. И последний, самый яркий. 4. Молодцы, супер. Убираем коврики. Ну что, мы потанцевали, мы очень много чего сделали нового с вами. И у меня к вам предложение, да, от которого вы точно не откажетесь. Вы будете играть в игру, в новую игру? Да! Супер! Объясняю правила игры. Я буду называть вам любой предмет или животное, а ваша задача и ваша придумать и показать, как этот предмет или животное сможет танцевать. Для нас будет... О. Я предлагаю тебе показать, как танцует жираф. Давай жираф. Я думала, вот такой вот жираф. Вот такой жираф. Или вот такой. Или вот такой жираф. Супер, классно. А как, например, танцевала бы яблочко? Яблочко. Я думаю, так. Гордей, как ты думаешь? А я думаю, вот так. Такое большое яблочко, да? А вокруг себя яблочко можешь танцевать? Вот. Я хочу посмотреть, как вы кису танцуете. Как кису можно изобразить? Как киска может танцевать? Здорово! Киса ласковая, да? А киса еще может злиться. Как у нее киса разозлиться? Вот, вот так! А Валя у нас добрая киса. Мяу, да? А Гордей у нас такая киса, вредная киса. Да, молодцы, классно. Мне понравилось. А давайте мы попробуем изобразить карандашик. Карандашик. Как вы себе представляете карандашик? Вот. Гордей, покажи карандашик. Вау, рисует карандашик у тебя, да? Рисует? Это так рисует он. Здорово. А у Вали какой карандашик. Интересные у вас карандашики, ребята, интересные. Все, нарисовали. Яркую картину нарисовали, да? Кого еще предложите? Я знаю. Кого вам интересно показать? Чупа-чупс. Давайте чупики покажем. Гордей, ну это супер. Это самый классный чупик, который я когда-нибудь видела. А у Вали чупик? А Валин чупик? Валин чупик. Во! Прыгучий чупик, да? А я предлагаю вот такой сделать над головой чупа-чупс. Давайте попробуем. А вы знаете, когда покупали чупики, тут наклейка тут стоит. А, это наклейка чупика? Смотри, как интересно Валин придумал, да? Вот это супер класс. Знаете, кого я придумала? Давайте мы попробуем с вами одеялко изобразить. Одеялко. Одеялко. Как можно одеялко танцевать? Вот. А я бы вот так легла. Вот так. Вот так. А я вот так. Вот так. Вот оно. Точно. Одеялко может крутиться вот так, как сосиска, колбаска вот такая, да, копченая. Это что, одеялко? Да. Это одеялко? Да. Здорово. Круто. Это, или лодочка. Может, это лодочка? Нет.
Одеяло. Ребята, у вас получается одеяло показать? Но это, мне кажется, очень сложно, да? Но вы получили. У вас получилось, это здорово. Друзья, вы так здорово изображали, как танцуют разные предметы и животные, что мне самой захотелось вам показать. Давайте вы повторите за мной то, что я сейчас придумала. Пушинка, юбка. Ой, какие зайки, классно. Ружные ножки. Носик, повод, денчик полетел, ежик, пальчики сложили, столик сделали в луне, окошко протираем, молодец, Гордей, Маля, ребята, ручки длинные, показали в окошко себя, ручки маме потянули, и к себе, лапочки. Давайте потанцуем, как хотим. Давайте. Друзья, вы такие молодцы, вы так здорово сегодня постарались. А теперь танцуйте, как хотите вы. Закончился наш супергеройский урок. Я вас хвалю, вы супер постарались. Ну а вашим домашним заданием к следующему уроку будет повторить упражнения с мячиками. Пока-пока! И для следующего финального урока тебе понадобится твоя любимая куколка или любимая игрушка.